схожу в сад. Иногда надо пройти без бульдога. Посмотреть там что-то, оглядеться. Я потихонечку дверь закрыл, чтобы она не хлопнула. Видите это? И тихо-тихо так. Чтобы меня никто не услышал. Вот я. Здравствуйте, бульдоги. Ой, здравствуйте, земляне. Я Александр Дог. И тихо-тихо. Чтобы ступеньки не скрипели. Куда ж мне идти по этой дорожке? По этой нельзя идти, потому что они там в гараже сидят на креслах, увидят меня. Пойду по этой дорожке. Заодно посмотрю, что у нас тут. Не шуми хвостом. Сейчас бульдогов поднимешь. Вчера елочки подвязал, верхушки. Видите, они сразу как-то поднялись. Лапками не шуми. А вот она засада. Вот они ждали меня на ступеньках. А я хотел тихо-тихо пройти незамеченным в сад. Не тут-то было. Я вам покажу необычные розы. Вот один куст у нас только такой. Смотрите, розы имеют несколько цветов на одном кусту. Видите? Вот красная и бледно-розовая. Вот такой куст. А там желтые. Ну что? Иду, смотрю. Что новенького в саду? О, Лирик разговаривает с бананом. Смотрите, какой большой уже. А вот он тоже листья распустил. Хорошо как, не жарко, солнышко еще не успело припалить. Привет, крутой отпугатель. Это какие-то цветочки, знаете. Видите? Притаились. Голуби подлетали.
на водопой. Тихо так в саду. Мирка с Марсиком вон пошли, видите, на предмет рыбной ловли. Петух поет или кукарекает, как правильно. Колокол звенит. Кувшинки. Смотрите. Хочется сказать, остановись мгновение, ты прекрасна.